транзакции эфириум будут приостановлены из-за хардфорка. В понедельник, 16 октября, в сети эфириум состоялся хардфорк Византиум. Он внес в блокчейн эфириум ряд изменений, среди которых снижение награды за блок с 5 до 3 эфиров и другие. Согласно информации блога Open Ledger Info, все пользователи, которые хотят продлить депозит или снять средства эфириум, должны подождать, так как эти операции будут временно недоступны из-за хардфорка. Сделать их снова доступными обещают сразу, как будет решена проблема. Как скоро она будет решена, пока не ясно.